Что такое баночный тунец, друзья? Я провел небольшое расследование на базе тунца из магазина Линелла. Смотрите видео до конца, будет интересно. В интернетах я нашел вот такую листовку с типами тунца. Точнее, она меня нашла. Будем считать, что то, что в ней написано, это правда. Мы видим 5 видов тунца, от самого дешевого к самому дорогому. Первый вид скипджек туна или кацувонус пиламис используется для консервации для еды людям и животным. Второй вид крупнее и явно дороже албакори туна, или он называется еще белый тунец. Об этом мы поговорим чуть дальше. Вот для чего он используется. И следующий вид тунца еще крупнее, еще дороже, yellowfin tuna или tunus albacaris. И этот, по идее, в банке не закатывают. Но оказывается, что все-таки закатывают. Об этом тоже немного дальше. Остальные виды тунца мы рассматривать не будем, потому что они очень дорогие и стоят десятки тысяч долларов за одну рыбеху. Ну а теперь посмотрим, какой тунец используется в разных брендах. Идем от дешевого к дорогому. Самый дешевый почти 111 леев за килограмм. Вид, который здесь используется, kacuvonus pilamis. Как мы помним, это самый дешевый тунец, skipjack tuna.